ТПП «Украина Либерленд». Tupperware открывает 4 новых магазина в Индии. От персонала DSN 14 апреля 2021 года. Tupperware открывает 4 новых магазина в крупных городах Индии, в том числе в Калькутте, Ченнаи, Хайдарабаде и Тане. Эти открытия являются частью интенсивной экспансии бренда в стране, поскольку розничная торговля Tupperware в Индии выросла до 91 магазина в 56 городах менее чем за 2 года. Tupperware предлагает продукты, проверенные опытом, сказал Дипак Чабра, управляющий директор Tupperware Индия. В то время как наши потребители полностью доверяют нам в качестве, они хотят потрогать и почувствовать продукт, а также посмотреть широкий спектр интенсивных категорий продуктов. Так становится понятнее функциональность и новаторский дизайн, который дарит чувство радости. Лучше всего это сделать в обычных розничных продажах, а также с помощью продаж в интернете. В новых магазинах будут представлены устройства для хранения кухонной посуды и решения, такие как Pran & Cook – самая востребованная категория товаров в Индии для индивидуальных продаж. Благодаря известности и позитивному настроению нашего бренда, а также большой любви и лояльности наших потребителей, мы преодолевали непростую ситуацию с COVID-19 и намерены оставаться сильными в будущем, сказал Чабра. В последние месяцы наши магазины были приняты с огромной любовью, и Tupperware будет продолжать поднимать настроение с помощью новых инноваций, чтобы каждый день создавать лучшее будущее для наших семей, общества и окружающей среды. Я рад, что теперь мы будем доступны для более широкого круга потребителей в этих городах, и у людей будет возможность испытать и купить наш широкий ассортимент товаров в этих магазинах. Мы уверены, что в будущем сможем еще дальше проникнуть на рынки. Tupperware планирует удвоить свои присутствия в стране, планируя открыть 180 магазинов к концу 2021 года.